Окей, let's go. Поехали, чат. С чего мы начнем? Крестик ток, конечно! Конечно! Это наша новая! Раз, блин, че! Нет, я не хочу смотреть кринжату! Я вонючий, ноющий чат! Делаю вид, что меня это якобы как-то задевает. Блять, чат, вы такие душные. Пизда, блять, не убивайте меня духотой. Вот это вот нет, блять, ваше ебучее, блять. Я вообще не понимаю этого. Бля, вы заебали выполнять социальный контракт. Ебучие лицемеры, блять. Какие вы лицемеры, ебаные нахуй. Это просто пиздец. Я рвахую с вас. Не бойтесь, здесь нет ваших друзей, одноклассников, которые вас зачмырят. Вы можете не выполнять социальный контракт. Никто не узнает, чат. Пошел нахуй. Ты пошел нахуй! Так. Тебе, блядь. Ой-ой-ой. Вот-вот, видали? Вот сразу охуенный тикток, блядь. Видали, как парню весело? Так это получается. Половина чата — художники, которые могут зарабатывать миллионы, а вместо этого сидят и смотрят стримера. Да, на каком-нибудь NFT, блять. Хуйню свою продавать, которая ничего не стоит, а долбоёб будут покупать. И потом такие: у меня есть... У меня есть картин, которая нихуя не стоит, Я в ванной разговариваю с лучшей ЛП по телефону. И тут сразу начинаю ржать без остановки. Но неожиданно заходит мой краш, подумав, что я ржу с него. И начинает ржать нехотя, только что подыграть мне. Ой, блядь, как же, сука, они ж потом детей заводят, чат, они потом детей заводят, школу их ведут, потом выебываются, что в интернете насилие, блядь, и начинают орать нахуй, подписывать петиции, как типичные хуй знает кто, чтобы запретили что-то. Когда приехала на вызов, но там ни один клиент опять. Я знала, что так будет! Понятно. Ебать. Уже не те. У меня здоровенная жопа, видимо. Там пиздюк зашел, типа, блять. Блять, это вот эта хата разъебанная, блять. Такая толстушечка, которая пытается играть в секс. Пиздюк, бегающий на фоне. Я прям все знаю историю. Я прям love story знаю их полностью. Я прям знаю, как все произошло в этой жизни. Я прям знаю всю love story. Я прям знаю все. Бля, пиздец, они на мобильные снимают, покупают мобильные, снимают ТикТок. Сучьи дети, а что мешает купить самые дешевые обои? Самые дешевые, они реально стоят копейки, просто. Но даже они будут лучше, чем стена в данный момент. Поклеить обои дешманские реально несложно. Блять, чтобы поклеить обои, хоть как-то, даже не нужно иметь навыков. Это будет все равно лучше, чем то, как это выглядит сейчас. Я не знаю, что это. Неужели заебись жить так? Потому что, вы знаете, я вот уже сколько раз замечал, причина этого не бедность. Не бедность. Понимаете, в чем дело? Не бедность. То есть дело не в том, что у них маленький достаток, а дело в том, что они просто не хотят жить нормально. Потому что какие-то вот такие вещи можно реально облагородить, не имея денег. Можно просто привести все в порядок. Тебе никто не говорит, чтобы ты сделал евроремонт. Но чтобы привести
в порядок, тебе не нужно, блядь, быть богачом, или там еще не нужно, не нужно. Да, твоя хата не будет выглядеть круто, но она не будет выглядеть как помойка. Тебе не похуй, блядь? Ну, глобально мне похуй, я просто больше, больше просто на людей смотрю, вот, ну, удивляюсь, как бы, лишний раз, ну, нахожу себе, нахожу своим мыслям постоянно подтверждение. Тебе не поможет, мама. Ты баба, тебе легко, ты на все можешь насосать, блядь, самое умное, что ты мог сказать. Не каждый, конечно, легко, не каждый, не каждый. Тут песни все-таки про... Да, не каждый. Конечно, я же баба, я работаю на трассе. По определению сосу, по определению мразь. Узнаешь, милый, давай придем к консенсусу некому. Ты подсосал за айфон, только сосать некому. Ой, блять, ну, на, да, да. Ну да, это все же песня про других людей. Что для тебя самое главное в жизни? Деньги. Отведи. Так что для тебя самое главное в жизни? Любовь. Отведи. Так что для тебя самое главное, брат, в жизни? Мама. Мама. Ой, мама. Ой, мама, блядь. Кэшбэк для мужа, перед сном все включено. По факту сказала. На самом деле она не по факту сказала. Дело в том, что у мужчин и у женщин отличается мышление. Это, ну, просто факт. И тут даже если бы была возможность, конечно, как кто-нибудь из мужчин обязательно бы отсосал за айфон. Спору нет. Но все-таки... Количество было бы не в пользу, не в пользу мужчин даже рядом. Кэшбэк для мужа перед сном все включено. Кэшбэк на все. И на это, и на это, и на это, и на это, и на это. Вызывай такси. Блять, это пиздец нахуй. Вот это хуёвый кэшбэк, блять, проценты явно дерьмовые, блять. Отвратительный банк. Не знаю, кто такие кэшбэки дает. Но я советую всем уходить из этого банка и заводить счета в других. С ней ночью у бара тебя подвезут за смазливое ебало. Я доверяю никому. Опошлять. Давай будем трахаться, но не влю. Опошлять. Блять, что? Что? Блять, это какая-то... Это какой-то кодинг, я не знаю, как 25-й кадр? Я себя сейчас почувствовал главным героем в фильме «Заводной апельсин», блять. Просто под музыку. Набор кадров. Такие с пленки. Знаешь, какой? Еще эффект пленки. Так, такая помехами. Опошлять. Там какие-нибудь тёлки такие танцуют. Ебано, блядь. Потом опять картина. Опошлять. И ты такой сидишь, блядь. Просто в ахуе полном. Нихуя. Такое ощущение, что это какой-то 40-летний мужик в теле пиздюка, который насмотрелся фильмов старых, где там, ну, типикал эти, типикал, знаете, эти секс-машины мужики там. Просто пиздец. Привет, привет, блять, из, даже не знаю, 80-х. У тебя, конечно, кузов, братан, оперской, но душа у тебя пацанская. Коту на пару зубы, черный-черный лук, и чудрые кула. Блять. Я начинаю видеть до конца, и поздравь мне, ля! Очень смешно, бля, прям, блядь, как же... Наверняка это была убойная шутка до того, как они её начали снимать. Ты меня бесишь. Согласен. Ебать, милфа какая-то. Сперма. Что? Это жизненная энергия. Поэтому минет нужно научиться делать так, чтобы не расплескать эту священную жидкость.
Любишь? Люблю. Докажи. Докажу. А достанешь звезду? Да, достану, смогу. Ты солгал. Я не лгу. Ты не можешь достать до небес, дотянуться и как вишню сорвать. Блять, это очень старый трек, который, видимо, зумерки нашли и решили переделать. Это, блять, еще в моем пиздючестве было. Я смогу. Снова лжешь, так пойди, докажи. Но тогда мне придется отдать свою жизнь. Так А мне мама говорила, что нашла меня в капусте. Допустим. Жена, семья, работа, дети. Тупо я буду дальше прожить на все свою зону. Проснулся утром, синяк на полу и в лапе похуй. Проснулся утром, нету сиги. Блять. Какой же они еще, какую же они музыку еще слушают? Блять, это прям, блять, вот полностью дополняет их образ. Вот потрясающе. Все-таки это не молодость, это долбоебизм. И большинство людей долбоебы. Музыка идеально просто дополняет их образ и внешний вид в целом. Просто, просто жесть. Полезать он любит. Взрывной завоз. Евросезонье. Это, кстати, в Украине было. Я видел этот видос. Это секонд-хенд открывали. С новым завозом каким-то. Нахуй, блять. Ебать. Ебать, конечно. Мам, с кем ты вечно гуляешь? Твой гендер — это настоящий гемор. Меня берет тремор, когда путают мой гендер. Я собрал команду, чтобы порешать проблемы. Едем обижаться, едем Но... набивать систему. С нами лесбиянка и панзекзуал. Либерзона, гверболя, моразекзуал. Интерсексуал, трансгендер, гей, натурал. Ну и я, конечно, даблсексуал. Ой, да хорош мне тыкать в морду своим выменем. Ты, конечно, сас, но я не вспомню даже имени. Почему каждый из вас ведет себя как Эминем? С рогами на башке вы как олени, а не демоны. Go, let's play, like you gay. Я не Gucci Mane. Ебать пузо. Ну, бодипозитив, лол. Ой, блядь! Не, ну это секс, блядь! Не, ну это секс. Ну это секс, блядь. Особенно ручки вот эти вот, блядь. Да, два дрыщегана, блядь, показывают. Садрина! Блядь, Фрост пиздец. Блять, они же реально кайфуют, блять. Я тебе больше того скажу. Они реально думают, что у них есть пресс. Потому что его видно, блять. Блять, что это было, нахуй? Что, блять? Что? Я еще раз повторяю, ты моя, я не хочу, чтобы какие-то хуи смотрели на тебя и дрочили, понимаешь? Теперь снимать все свои видосы ты будешь только со мной, запомни, малая. Блять. Малой? Или мал... Я, блядь, запутался, пиздец. Это же парень. Это же парень. Или это... Это молодой человек. Или это девушка. Или это... Просто... Блядь, кстати, вот сейчас просто некоторые девки... Вот, знаете, блядь... Я о чем подумал-то? Смотрите. Раньше, когда мужик переодевался в женщину, мы думали, что это как... Ну, выглядит как страшная девка, например. Но сейчас многие девки выглядят так,
что теперь мы можем подумать, что это просто переодетый мужик. Но на самом деле это может быть реально девка. Просто не очень. Короче, блять, это сложно. Понимаете, о чем я? Ну, легко запутать. Я, правда, не знаю. Здоровье убиваю, сам себя убиваю. Я изменяю, она даже не знает. А ей нормально, блять, зимой с такими этими. Блять, господи. Братан, давай посидим, давай подымим, давай поговорим. На виражах, прижав себе чувство вины, я уходил от реальности в сны. Братан, давай посидим. Ой, да хорош мне тыкать в морду своим выменем. Ты, конечно, сас, но я не вспомню даже имени. Почему каждый из вас ведет себя как Эминем? С рогами на башке вы как олени, а не демоны. Так сложно снять штаны и узнать? Ну, Бобер-ар-лул. Лучше не надо. С голыми щиколотками ходят 90% школьников. В чат душит, потому что боится увидеть тут свою маму, видимо. Эта девочка бандита, милая улыбка, я не так погни. Меня манит эта девочка бандита. Однажды этот трек играл на фоне брата и сестры, которые занимались интересными вещами. А теперь их дети снимают под это тиктоки, блядь. Да, да. Знаешь, почему мы ненавидим людей? Потому что люди хуже не людей. Не все так плохо, а если плохо, плохо. Супер, блядь, просто охуенный трек. А, это тот, который снимал футболку еще постоянно и голый снимал зимой. Да, приходи, товарищ, поскорей, и еще разочек мы с тобой нажрёмся. Блять, это было очень отвратно, кстати. Я просто сижу в турецком бассейне. Блять, что? Что, блять? Ёбаный артхаус! Давай ты сделаешь сальтуху, брат, а потом мы пафосно пойдем толпой на камеру, показывая, что мы крутые, сильные, крутые, да. Ведь сальтуха это просто ебать! Погоди. Понравился очень сильно один мальчик, как же понравится ему. Немного посмотрите. Чё? Но те, кто не услышали, те не услышали. Те, кто услышали, те услышали. Моя фигура. Персик. Да ладно, не кипишу. Просто. Да ладно, не кипишу. Я нахуярю на себя, блять. Короткие леггинсы или еще чего-то, скрою все, грубо говоря, нюансы, сглажу, блядь, кожу.
и выдумай это за охуенную свою фигуру. Или что, блядь, ты бы еще корсет пизданула, блядь. Ой. Я на севере была, а золото копала. Вера в 9 метрах от вас. Только для вас. Блядь, да-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 да. Если бы не моя... Бля, реально, пиздец. Вот это вот в 9 метрах, блядь, от вас или еще что-то. Блядь, просто заходишь на какой-нибудь сайт, там, гайд почитать по какой-нибудь хуйне, блядь. Чисто просто... По Вовке там, или какую-нибудь сборку на героя в Доте, блядь. Зашел такой, ну пуджа, блядь, смотришь, так, ему чё собирать. А тут, пынь-пынь, блядь, вылетает какая-нибудь хуйня с дерьмовым качеством гифки. И там какая-нибудь баба. Сара в 30 метрах от вас. Секс без обязательств только сейчас. Там, блядь, еще что. 250 метров от вас. Анастасия. Сосет. И любит, когда ее трахают. Хочет сейчас без обязательств. Просто. Ой, блять, это трэш. Пизда с голоду пропала. Сладенький или неважно. Сексуальненько. Ночью у бара тебя подвезу со смазливое ебало. Давай глотай, глотай. Это всего лишь сперм. Всего лишь сперм. Были злые, с головы там. Брат, я хотел тебе давно признаться, я гей. О боже мой! Я что же... А мне, блядь, за это что? Наконец-то нормальный ТикТок в самом конце, блядь. Самый лучший ТикТок всегда оставляют самый конец. Оброк Деда, спасибо за 50 рублей. Чат, а ну уже его поставили деду сердечки, чтобы показать свою искреннюю любовь и благодарность за то, что он существует. Ты не представляешь сердце, в первую очередь бан. Бля, чувак, кринжата, пиздец. Вот это вот призыв к любви, вот это вот такой. А ну давайте все скажем, как мы... Бля, кринжа ебаная, мам, прекрати, ебаный рот, блядь.